Всем привет, дорогие друзья! Мы вернулись! Это канал Чистая Индия. Меня зовут Юрий Аксенов, и мы продолжаем проходить игру Among the Sleep. Итак, мы нашли второе воспоминание, и теперь мы снова вернулись в это непонятное место. Как это назвать? Возможно, это какое-то место, где хранятся все его воспоминания и все страхи. Может быть, давайте возьмем Мишку и отправимся снова в игровой домик. Возможно, там появится какая-то новая разгадочка. Ну что ж, нам надо найти безопасное место, выбраться из этой передряги. Все скрипит, все очень страшно. Твоя мама. Что моя мама? Что опять с ней? Наверняка она очень волнуется. Ну как она может волноваться? Мы же ее сами ищем, она пропала. Так, непонятно. Рисуночек какой-то. Но ты уже и сама во всем разбираешься. Так, нам нужно теперь вот эту шкатулочку положить вот в эту баночку. В общем, понятно, мы генерируем из воспоминаний какие-то определенные локации и места. Закрываем и вертим. Как же неудобно это вертеть прям. Есть. Ну что ж, сейчас появится второе воспоминание. Вот оно и появилось, смотрите. Появилась шкатулка. И потом мы еще заполним две вот эти вот, как их назвать, колбы. И, наверное, тогда-то мы и сможем пройти игру. Да, так ее гораздо лучше слышно. Ого. Пойдем, нельзя терять время. Смотри под ноги. Хорошо. Ты готова? Все-таки это девочка. Хотя мне всегда казалось, что это какой-то парнишка. Оу, опять мы улетели через эту медную трубу. И вспоминается старый советский мультик. Медные трубы мы прошли, значит, дальше нас ждет огонь и вода. Вау, что это за комната? Что это за место? Где мы? Давайте встанем, может быть, что-то увидим? Нет, ничего интересного здесь нет. Так, отсюда мы пришли. Но нам остается идти только вот сюда. Смотрите, какие ветки страшные. Как будто чьи-то клешни. Очень страшно. Что это за место? Думаю, нам стоит вести себя потише. Я тоже так думаю. Лучше пойдем ползком. Так, дверь открыта. В общем, каждая приоткрытая дверь — это как своеобразный вызов. Приглашение. Смотрите! Там что-то светится. Мы в каком-то замке. И все эти ветки очень сильно похожи на клешни Слендера. Я надеюсь, это не они. Эти летающие штуки похожи на воспоминания. Может, следующая будет за этими корнями? Оп! Нам необходимо собрать мозаику. Смотрите, но где нам найти кусочки ее? Нам нужно, значит, искать их. Давайте посмотрим, может быть, лежат на столе они. Для этого нам предстоит залезть наверх. Вау. Так, тут ничего нет. Очень странно. Ага, вот, я одну вижу. Вот она. Они, в принципе, не так хорошо спрятаны, даже нам подсказывается. Оба-на, мы можем картины даже двигать. Они подсвечиваются. Одну мозаику мы нашли, но нам нужна еще одна. Давайте пока ее поместим на место. Может быть, когда мы поместим, что-нибудь откроется, и мы сможем идти дальше? Так, куда ее ставить? Вот сюда. И да, смотрите, эти ужасные корни исчезают и открывают нам путь в еще одну комнату.
По-любому именно там и прячется второй кусочек пазла. Очень красивое место, но немного, конечно, жутковатое. Смотрите, какая картина, она как будто шевелится. И мы можем пройти сквозь нее. Матерь Божья. Куда же эта малютка идет? Неужели ее мама не учила, то что нельзя уходить далеко от дома? Но мы же это делаем все ради любимой мамочки, которая пропала. Надеюсь, с ней все хорошо. Какой-то стол стоит. Но нам вряд ли сюда. Потому что на него мы даже не сможем залезть. Я думаю, вот эти вот странные дорожки нас ведут именно туда, куда нужно. Так, что здесь у нас? Так, нырнем под дерево. Давайте, хоп, присели. И ползем. Так, что здесь? Грибы какие-то. Где этот кусочек пазла? Здесь есть стул. Я думаю, это нас приглашает, значит, идти наверх. Давайте примем это приглашение. Вау! Я не долетел. Давайте попробуем еще раз. Там, походу, нужно было как-то схватиться. Вот в чем дело, смотрите. Вот так вот нужно лазить. Хоп. Хоп. Окошко. Куда же мы лезем, я не понимаю. Смотрите, это дерево реально как человек. Оно похоже на корень женьшеня. А, это вообще на самом деле два дерева. От нас такие страшные звуки, от наших шагов. Я уж думал, за мной кто-то гонится. Мы пришли к какому-то другому проходу, смотрите. Но сначала давайте пролезем вот сюда. Эй, что, так высоко, что ли? Ага, вот он, стул. Стул-пенек, прикольно. Так. Я думаю, все правильно. Мы идем именно туда, куда нужно. Мы оказались снова в доме. Но пока что я ни одного кусочка пазла не нашел, как ни странно. Где же он прячется? Давайте осмотримся. Пока что я не вижу. А обычно... эти пазлы подсвечиваются. Так, ну что ж, ладно, пойдем дальше. Смотрите, что это за рисунок. Ну да, нам не остается выбора идти только вот по этой тропинке. Тут кто-то булькает. Надеюсь, это не какие-то кикиморы болотные. И не водяные. О, детский кубик. Ой, какая страшная игрушка, смотрите. Это что-то типа улитки. Мне показалось, что там кто-то топал. Так, давайте посмотрим, может быть, в шкафу что-нибудь есть? Нет, ничего нет. Абсолютно. Будет очень жутко, если мы вдруг пропустим кусочек пазла. Картинка какая-то. Пропустим кусочек пазла, и нам придется сюда возвращаться. Я бы не хотел так. Зачем я обратно ее закрыл? Давайте еще раз. Вот так. Так, куда мы попали? Мы попали в какой-то подпол. И вот он, кусочек пазла. Отлично, мы нашли его. И вышли на улицу. В каком-то странном, непонятном месте. Но нам нужно еще целых два пазла. Так, что это? Это какие-то
картинки а-ля Слендер. Но они являются для нас своеобразными подсказками. Так, прыгаем, залазим. Дороги больше нет, только такая. Что, нам нужно идти прямо по корню? Потому что дальше я не вижу никакого выхода. Нет, нам нужно идти вот в это дупло. Ну что ж, пойдемте. Ой, как она ударилась. Тихо-тихо. Кто-то разговаривает. Так, отсюда мы вывалились. Сюда мы залазили или нет? Черт, я боюсь. Походу, да. Это мы пойдем по кругу, так что пошлите, вернемся. И поставим пазл на то место, где он должен стоять. Я думаю, будет это очень правильным решением. Как же страшно. Вы представьте, как страшно этой двухлетней крохе. Тут, наверное, этот хоррор даже рассчитан не на то, что здесь какие-то ужасные монстры, типа Слендер или кто-то еще, а на то, что здесь много ужасно страшных звуков, скрипов и тому подобного. Лезем обратно. Быстрее бежим. Ой, что за гул? Это словно как из Войны миров какой-то гул был. Сейчас мы пойдем в другое крыло. Это место, давай не будем задерживаться. Так, нам нужно поставить пазл. Да, мы его поставили. И осталось нам найти еще один кусочек. Но он по-любому будет за этой картиной. Так что давайте смело отправимся в путь к приключениям. Смотрите, она пьет воду из колодца. И ушла под воду. Так-с, изучаем. Ой, какие страшные звуки. Сверху течет вода. Я же вот думаю, нас не зря научили вот такой вот способности заглядывать. Я думаю, когда-нибудь она нам пригодится. Ой-ой-ой! Вы что, офигели так вот прям перед носом дверь мне открывать? Но мы, естественно, пойдем туда. Потому что другого выхода нет. Так, ну что ж, давайте проползем. Вентиляция. Снова будем лазить по вентиляциям. В Вольфенштейне я лазил по вентиляциям и канализациям. И теперь лазю еще и в этой... О, черт, блин! Это же просто сапоги пустые. Ну зачем так делать? Идиоты. И там 100% никого нет. Хотя даже посмотреть толком не могу. Рисунок. Что за рисунок? Может быть, какая-то подсказка? Нет, никакой подсказки нет. Можно залезть, в принципе, на этот стул. Но зачем? Так, что тут? Может быть, что-то в шкафчике есть? Нет, в шкафчике... Ничего. Одни лишь бутылочки. Стул давайте оттащим к двери, потому что нам ее нужно как-то открыть. Хотя тут был поближе пуфик. Но мы не ищем же легких путей. Мы по-царски, по-барски. Возьмем такой крутой стульчик. Открыли, что ли, или что? Воу, мы вышли. И обошли вот это вот... Дырку. Обошли дырку. Так, куда нам идти? Черт бы его подрал. Вы видели это создание? В тот раз оно, походу, и в комнате было. Оно очень похоже на Слендера. Очень. Но, боже мой, его нет, а это всего лишь колодец. Как странно, как страшно.
Наконец-то что-то страшненькое. Блин, я сижу. У меня все волосы на руках дыбом стоят, мурашки. Атмосферно, атмосферно. Так, ну нам походу только вот сюда идти. Нам нужно найти этот грёбаный пазл. Так, здесь какая-то дырка. Вот этот колодец. Именно здесь мы и видели Слендера. Он орёт. Походу, нам нужно идти в колодец. Помните ту картину, в которую мы влезли? А, вот и пазл. Нам нужно крутить колодец. Крутить колодец. Или как это называется? Не знаю. Рычаг вот этот надо крутить. Ну давай! Очень неудобно это делать с помощью мышки. Реальное усилие, как будто я на самом деле, блин, колодец кручу. Ну все, вроде я достану. Эх ты, еще какая-то часть. Мы нашли две какие-то части. Теперь нам нужно найти, как выбраться отсюда. А, походу, вот чтобы выбраться отсюда, нужно открыть замок. Но я как раз-таки ключ подобрал. Так. Вот. Вот, отлично. Так. А, вовнутрь открывается, я на себя. Все по пожарной технике безопасности. Двери открываются наружу. Так, побежали, побежали. Нам нужно срочно вернуться в замок! В замок, в замок! В замок! Нам нужно вернуться в замок. Он исчез, надеюсь? Мне кажется, на него нельзя смотреть, иначе нам будет кранты. Так, все хорошо, все хорошо, никого здесь нет. Все хорошо, я не боюсь никого. Никого здесь нет, все хорошо. Так, что это? Сюда нам идти или куда? Я заблудился, я уже не понимаю, где я, что я. Ну, по крайней мере, вот по этим бревнам лезть более-менее безопасно. Я так думаю, по крайней мере. Но нам нужно найти выход. Куда идти? Я вот совершенно не знаю. И нету карты. Блин, куда я попал? Нужно как-то вернуться в дом. Может быть, вот это? Может быть, я все-таки правильно иду? Какая-то шкатулка играет. Но, скорее всего, я правильно иду, потому что тут я не был. А по-любому, по тому пути, как я сюда пошел, я сюда не смогу попасть. Так. Где-то тут должен быть проход. Смотрите, бочка. А там что-то нарисовано. Так, я не вижу, не вижу прохода. Что делать-то нам, ребят? Неужели, значит, я неправильно пришел? Может быть, нам нужно залезть как-то? Нет, туда мы залезть не сможем. Мы сможем вот залезть в бочку. Может быть, все-таки нужно сюда зайти? Нет. Нет, нет, нет. И это тупик, да. Значит, я неправильно пришел. Давайте-ка отсюда сваливать, пока не поздно. Так, куда можно пойти? Давайте искать, искать выход. Нам ничего не остается, если мы хотим выжить. Главное нам не наткнуться на этого ужасного лесного монстра. На лешего. Везде растут мухоморы. Может быть, мы их нажрались просто?
Ведь маленькие дети все в рот тянут. Тем более без присмотра поганочки. Нам нужен замок, замок. Так, здесь я уже полазил. Я помню. И вот в этом бревне я, по-моему, проходил. Сейчас я просто не через него иду, а сбоку. Ага. Такс. Очень плохо, действительно, что нету карты. Так, а вот сюда что? Тут какие-то ворота или забор. Ага, здесь нужен квадратный ключ, но нам нужно его еще найти где-то. И мы туда, наверное, не сможем достать даже. Смотрите, что это. Какие-то страшные звуки шагов. Мама! Мама! Интересно, а мы плавать умеем? Ой, нет! Зря я это проверил. Конечно, продолжить. С какого момента мы начнем, интересно? Так, что у нас в инвентаре? Пазл есть. Куда идти теперь? Я теперь вот запутался, где я нахожусь. Ага, вот тут я был. Я шел вот куда-то вот сюда. Так, вон там нужен был квадратный ключ. Но где мне его найти? Ну теперь зато мы знаем, то что плавать наш персонаж не умеет. Квадратный ключ, а вот так бы мы до него достали, но нам нужен этот ключ. Где нам его взять, блин? Как же депрессивно тут бегать и лазить. Может быть, в каком-нибудь шкафу он лежит? Можно открыть, интересно? Нет. Такс. Что здесь у нас, кстати? Какой-то... То ли алтарь, то ли что-то. Ну, будем искать ключ. Что нам еще делать-то? Походу, нужно все-таки зайти вот на эту базу и посмотреть внимательно. Может быть, там где-то ключ и скрывался? Так, давайте ползком. Он быстрее, по-моему, ходит. Так. Давайте их вообще выкинем. Так. Ключ. Нужен ключ. Тут его не было. Нет, тут ключа все-таки, наверное, нет. Так, мы можем этот ящик, кстати, двигать. Что если мы его подвинем куда-нибудь? Вот сюда, например. Нам это, может быть, как-то поможет? О, да, мы смогли залезть, по крайней мере, вот сюда. Но зачем? Ага, вот он, ключ есть! Мазафака! Хорошо, что я не ушел отсюда снова. Черт! Я застрял. Ой, блин! Черт! Чё же он не уходит-то? Давайте в бочке посидим. Чё
что нам делать-то? Как вы думаете, ушел или не ушел? Нам не остается ничего, только проверить. Вроде ушел. Отлично. Все что-то падает, где-то все булькает. Страшно. Но теперь мы знаем, в чем ужас данной игры. Мне даже поначалу игра показалась не такой страшной. Я думал, в чем же здесь хоррор? Теперь я знаю, в чем здесь хоррор. Здесь живет какое-то чудище по типу Слендера. Так, теперь нам нужно просто открыть калитку и пройти, положить пазл. И будет нам счастье. Так, надеюсь, больше я его не встречу. Хорошо, что я уже запомнил дорогу и, в принципе, ориентируюсь в этом небольшом леске. Так, идем. Вот сюда нам надо, да. Все правильно. Я уже здесь все приготовил, нам осталось только залезть вот сюда. Интересно, что думает Мишка? Он что-то вообще замолчал, даже не разговаривает. Видимо, он тоже на очко подсел. Так, нам нужно типа какой-то дорожки через речку. Все булькает в воде, вы видели? Лучше не будем даже на это смотреть. Все, походу мы идем все правильно, и сейчас мы сможем залезть в окно. Давайте встанем. И пока не поздно, нам нужно бежать. Бежать наверх и не оглядываться. Открываем окно. Заходим внутрь. Где мы? В какой мы комнате? А, вот все, выход через картину, я его вижу. Слава богу, слава богу. Залазим. Осталось положить последний пазл. Да блин, чё ж ты так быстро устаешь? Так, пазл. Ставим его. И мы открываем центральный проход. Теперь нам нужно идти туда. Смотрите, там мы сидим, наша мама читает нам книжечку. Мы остались одни, мама исчезла. И снова мы уходим в какую-то тьму и покидаем этот таинственный замок. А нет, это какая-то библиотека, между прочим. И куда нам идти? Зачем? Почему? Ой-ой-ой-ой-ой, я увидел его, я его увидел. Что нам делать-то? Смотрите, вон он. Нам нужно от него прятаться. И куда-то пройти, походу. Скорее всего, вот на то свечение. Он ходит и ищет нас, и хочет нас поймать. О нет, только не это, я тебя прошу. Не сегодня, не сегодня. Оставь нас в покое. Мы с Мишкой не хотим, не хотим умирать. Надеюсь, он сюда не смог телепортироваться. Так, по крайней мере, мы перешли на другой берег. Но что делать, я все равно пока что не понимаю. Черт! Отстань, отстань, тварь, паскуда! Продолжит? Конечно, продолжит, но куда мне идти? Почему Мишка ничего не подсказывает мне? Черт бы его подрал. Больше туда я не пойду, извините меня. Какие-нибудь подсказочки бы хотя бы висели. Куда идти, зачем, почему? Давайте вот по этим цветочкам идти.
Я люблю цветочки, я люблю цветочки. Я люблю цветочки, я люблю цветочки, я люблю цветочки, я люблю цветочки. Та-ра-л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 а. Он идет, смотрите, он идет сюда. Лучше отвернуться. Надеюсь, он нас не вытащит из-под шкафа. Он прошел. Смотрите, он прям здесь стоит. О, черт, блин! Иди в попу! Go to S! Suck my dick, bitches! Идиота кусок! Чё он ко мне пристал? Какой-то педофил, тесака, блин, в СИЗО посадили. Всё можно теперь, что ли? Я вообще не знаю, куда я ползу. Вы видели? Это реально, это из фильма «Мама, мама». Я когда вначале сказал, я не ошибался. Как нам пройти эту гребаную миссию? Я уже не могу, я уже весь мокрый сижу, весь в поту. Не подумайте, что я обоссался. И так жарко на улице, блин, 32 градуса в тени. У меня кондиционера нет. Еще мне это стресс приносит. Вот эта мама, и она хочет ребенка. Она хочет нас. Она хочет нас. Ну ладно, хоть мы бабочек не жрем еще, как в фильме. Так, тут мы не пройдем. Ну, по крайней мере, может быть, методом проб и ошибок мы найдем какие-нибудь безопасные ходы. Блин, тут шкафы такие беспонтовые. Под ними пролезть даже нельзя. Да черт, черт! Я не могу уже играть, у меня уже даже по спине пот катится. Причем холодный. И ощущение такое, то, что меня по спине кто-то гладит. Наверное, придется идти в душ после этой игры. Это нереально. Куда нам идти вот вообще? Кто знает? Да блин, опять эта тварь паскуда, отстань от меня. Отстань! Еще раз пробуем, напряженно. Так, пойдем вот так вот, как я сейчас шел. В принципе, у нас удалось перейти на другой берег по такому маршруту. Мать, блин. Осиновый кол ей надо в жопу воткнуть. Вот смотрите, сюда я уже нашел путь, значит, сюда все правильно. А если мы идем не туда, то она нас съедает. Вы это заметили? Вот и я тоже. Но куда нужно идти тут, чтобы она нас не съела? Тут вроде безопасно. Но туда мы идем, сразу становится опасно. А, уже и тут небезопасно. Черт, блин, черт, черт, черт. Ненавижу. Ребят, последняя попытка. Если я сейчас не пройду, то продолжим убегать от этой мамочки завтра. Потому что, извините, но мне все-таки это... Нервная система моя уже просто не может. Так, вот тут вот у нас уже достаточно ловко получается. Тьфу, конечно. Но вот там вот уже все, там все. Это последняя попытка.
Ладно, окей, давайте попробуем не останавливаться, а вот прям бежать, бежать, куда только мы сможем. Похрен на страх. Вот пофиг, 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 пофиг. Пофиг, 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 пофиг. Мне пофиг, мне пофиг, мне пофиг. Пофиг, 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 мне пофиг. Здесь светло, здесь не страшно, тра-ля-ля. Здесь не страшно, тря-ля-ля. Неужели я прошел? Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Ну как мне туда залезть? Давайте встанем. Наверное, по-другому никак. Нет, не лезет, не идет. Но нам нужно идти вон туда, там воспоминания. Смотрите, здесь какая-то книга, походу здесь и нужно было идти. Здесь какая-то комната. Надеюсь, здесь мы не встретим эту тварь, паскуду. В общем, иногда... Иногда нужно не трусить, оказывается. А нужно идти напролом. Как деды. Следующее воспоминание. Давайте отправимся в него. Как я счастлив, что мне все-таки удалось. А, это твоя книга. Слушай. Они не слишком долго копали. Начался дождь. Скорее вылезай, иначе опять будут неприятности. Видишь, зайчонок вылезает из ямы. Ныряем в трубу. Ребята, мы все-таки смогли это сделать. Мы убежали от этой страшной ведьмы, у которой материнские инстинкты вдруг заиграли. Это было нереально. По моей спине реально катился пот от страха. И было реальное ощущение, как будто она мне по спине скребет своими пальцами. Очень атмосферная игра, действительно. Хорошо, конечно, что я играю днем, а то, я думаю, бессонная ночь мне бы была обеспечена. Большое спасибо за ваше внимание. Подписывайтесь на канал. Ставьте много пальцев вверх и следите за моими прохождениями различных инди-игр.